Уже включила, да? Молодец, молодец, слушай. Смотрел вчера ночью, как Далай-Лама выступал и говорил о том, что, конечно, мир сейчас на пороге каких-то резких перемен, что надо думать о сострадании, это важно, о защите экологии, это важно. И он все время об этом говорит. Я его очень люблю, Далай-Ламу. И он занимается медитацией. И все занимаются медитацией. Даже медитацией занимаются кто? Повторяемые мантры, повторяемая молитва. Ну вот, например, христианская любовь. Это любовь к ближнему. То же самое, да? Это то же самое сострадание, сопереживание. Да, то же самое говорит даже каббалистика. Да? Вот я смотрел Лайтмана, он говорит о том, что мир разрушается из-за того, что эго у человека, эгоизм. А надо как раз-таки, чтобы... Ну, то же самое. Любить ближнего, то же самое. Это же то же самое, только разными языками, в разных формах. А методика там какая? И почему эгоизм возникает? А потому что человек двуединое духовно-физическое существо. У него есть, кроме ментальности, кроме духовного, есть еще и тело. А законы тела – это инстинкт самосохранения. Конечно, человеку хочется иметь свой дом, свое пространство, свое личное время, чтобы ему никто не мешал подумать, потому что он – думающее существо. Homo sapiens. А мы в школе Homo Futurus как раз-таки обучаем человека сбрасывать стресс, лишние впечатления, заботы, тревоги дня, страхи, паники и прочее – и выходить на состояние этого глубокого личного времени, о котором еще Карл Маркс говорил, что все революции происходят потому, чтобы освободить человека от подневольного тяжелого труда и так далее, чтобы дать ему личное время, потому что человек Homo sapiens. Я думаю, значит существую. Я мыслю, значит существую. Так вот, дело в том, чтобы действительно освобождаться от эгоизма, от инстинктов тела, материализма, от материализма, переходить к духовному, переходить к созиданию, к созерцанию, к сотовариществу. Для этого же и нужно гармонизировать психические и физиологические процессы, чем мы занимаемся обучением в школе Homo Futurus, чтобы Homo sapiens был Homo Futurus, человеком будущего. Да-да, именно этим мы занимаемся. Все занимаются медитацией, дыхательными практиками, йогой, там это раскрученные такие бренды. И поэтому, кто там пишет, например, я учитель йоги, там, например, садхагуру, там, или еще кто-то такой, я занимаюсь медитацией. Это раскрученные бренды, все туда идут, а ключ-метод новый, рожденный между Западом и Востоком. А как говорил Далай-Лама, он говорил о том, что Россия между Западом и Востоком, и, может быть, мостом между Западом и Востоком. Да-да-да, молодец какой. И поэтому ключ между Западом и Востоком родился, да? Ключ родился между Западом и Востоком. Это новый бренд. И поэтому, когда я говорю, что я обучаю методу ключ, ну, там мало идет людей. Это же новое всегда, оно, ну, так, значит, ну, капля дырочку найдет, как говорится. Вода камень точит. Но медитацию и йогу, например, 120 лет делали брендом, да? А ключ мы делаем сколько лет? Ну, 30 лет. Да, но сейчас ключ-то есть интернет, и поэтому, если вы продвигаете в Ютубе, делаете лайк и коммент обязательно, продвигаете нашу школу Homo Futurus, всем этот ключ начинают использовать. Это самый современный, скоростной, даже сверхскоростной метод для того, чтобы сбрасывать стресс, использовать энергию стресса, чего раньше никогда не было. Ни в медитации, ни в йоге, нигде. Использовать энергию стресса, как стресс-трамплин для своих новых достижений. И у нас будет закрытая группа, о которой я говорил. Человек будущего, закрытая группа тоже будет. И туда войдут только почемучки, я уже сказал, потому что только почемучки становятся великими, любознательные. Вот кто становится великим. Да.
Далай-лама тоже любознательный, очень любознательный. Он говорил недавно, что российские ученые были у него в гостях и говорили о том, как бы вот так вот соединить, потому что медитация есть еще и пустая медитация, работа с пустотой. А мы в школе Homo Futurus с этим нулевым состоянием работаем как практическое занятие. Да-да-да, это удивительная штука. Итак, лайки, друзья, комменты, друзья, и тогда вы войдете в закрытую группу и получите конкретный новый элемент и ключ 2, и даже ключ 3. Ну, ключ 4 чуть-чуть, а ключ 2 я уже буду расширять больше. Вам в руки, за вами выбор.